Все началось 19 лет назад, когда Анатолий Яковлевич и Надежда Ивановна Довгие въехали в новую квартиру в микрорайоне Солнечный. Когда навели красоту в семейном гнездышке, решили взяться и за придомовую территорию, устроить цветник около подъезда. С этого места начали освоение. Понадобился лом, которого не было, где-то взаймы брал. К весне уже 2004 года, потом 2003 пошел на освоение просто-напросто. Вот. И начали высаживать. Сами выращивали на балконе рассаду. На свои деньги покупали все необходимое и работали, не покладая рук. Они с мужем просто на пустыре, на том, что осталось от стройки, остались кирпичи и разный мусор. И вот они сделали здесь такой вот рай. Большое ей спасибо. Вот выдвигается этот проект. Я думаю, что это очень хорошая иллюстрация того, как должны жить жители. Цветник – их вторая молодость, можно сказать. И они все вкладывают душу и сердце в этот цветник. В цветнике есть как однолетние, так и многолетние растения. Только одних тюльпанов здесь более 500. Клумбы продуманы так, что растения цветут с ранней весны и до поздней осени. Мы специально не делаем такие что-то красиво, геометрически все, а как будто это природа создала. Так красивее, нам кажется. Со временем цветников у дома стало больше, а глава семейства занялся высадкой дубов. Поскольку сын и два внука, мы решили для каждому внуку, чтобы потом он приходил и говорил: вот это в честь меня посажено дерево. Какие деревья? Дубы. Вот эти дубы мы посадили. Это только часть. Ежегодно расход на приобретение посадочного материала превышает 30-40 тысяч, что для пенсионеров не маленькие деньги. К тому же, жалуется Надежда Ивановна, цветы время от времени крадут. На их место приходится сажать новые. Таблички и установленная уличная камера ситуацию, увы, не улучшили. На следующий год говорю: все, не буду. Приходит весна, выходим, видишь, никто не касается, снова берешься, снова делаешь. В случае победы в конкурсе на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен» вознаграждение семейная пара планирует потратить на новые растения и инвентарь. Ведь красоты слишком много не бывает. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.